И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать в игру The Infected, друзья мои. Вот такая вот превосходная игра. Само собой, могу сказать даже добро, хотел сказать добро пожаловать в солнечную игру, но, блин, наш мир как бы в этой игре, ну, немножко не солнечный сегодня, но хотя бы, по крайней мере, скажем, в превосходную, там, доброжелательную игру, да, ну, потому что, как бы, нам игра нравится, нам тут все рады, только зомби, как бы, не рады, птички рады, все рады, короче, животные тоже рады, хоть мы их убиваем, кушаем их, ну, ничего страшного, это у нас выживание в игре The Infected. Друзья, сегодня в планах это нам, сейчас я выйду, покажу что да как, но сегодня в планах у нас есть... Все же, в прошлой серии мы начали строить вот такую вот башню, красивую, охренительную, да, мы ее достроим обязательно, попробуем даже сегодня даже, и плюс к этому начнем сначала вот с этих вот вещей. У нас есть пульт управления, ну, да, панель управления, которая говорит, что мощность у нас есть на 2000 ватт или мегаватт, наверное, я не знаю, хрен знает, но... Доступно 120, но если я включу тот же холодильник, который у нас сейчас выключен, да, если я его включу, то у нас здесь останется немножко доступно, погоди, сколько там? Так, я не понял. 200, ага, меняется, понятно, из-за ветра, из-за всего, короче, всякое говно. Это сейчас он включен. Да, 125, короче, доступно. И если мы, само собой, включим вот эту штуку, плюс к этому, если мы включим вот эту вот хрень, то на самом деле энергии нам не хватит. Все мы это знаем, потому что мы это уже проходили, да? Да, минус 75. Для того, чтобы захимичить на крыше вот эти вот штуки, вентиляторы, солнечные панели и так далее, нам, во-первых, чтобы нормально туда добраться, нам подсказали, что Кент... Ну смотри, у тебя там хорошая такая, хорошее местечко. Давайте гляну. И где-то туда можно будет выйти. Понимаешь? Выйти прям на самом деле, как бы из башни можно будет выйти. Вот у нас башенка такая вот, да, она как бы не настроена, но, по крайней мере, это проект такой довольно серьезный. То сейчас посчитаю, на каком месте мне нужно дырочку делать. Так, понял. А вот на вот этом вот месте нам нужно дырочку сделать. Где-то вот сюда вот, если не ошибаюсь. Давайте мы прям здесь. Чпоньк. Если все сломается... Не-не-не-не-не-не-не, погоди. Я, наверное, сделаю вот так вот, а то у нас тут нюансы есть свои, как бы, да? Поэтому давайте... Блин, не здесь, что ли? А здесь не выйти, друзья мои. Медведь, здорово. Ой, лук у меня есть, есть. Текс, дверку. Куда сделать дверку? Что, прям вот сюда вот, в принципе, да? Блин, неправильно как-то. Как-то вообще неправильно. Вот все хотят, чтобы здесь дверка была. Слышь, олень, блин, у меня и так тут все сломано, ё-моё, блин. Иди сюда, а где он? Выйдешь ты через дырку, блин. Говнюк. Да, не тут-то было. А этот, бир... медведь, да. Блин, ну это надо сделать. Вот это вот тоже в бетон надо сделать. У нас, смотрите, я подготовился довольно серьезно на сегодня. То есть, чтобы мы не рубили деревья на серии. Да, это у нас как бы частенько бывает. Потому что, ну, все понимают, что здесь без этого никак ничего не сделаешь. Все тут забито. Дальше смотрим вот с этой стороны. То же самое. Все здесь забито. Ну, почти, короче. Здесь тоже почти, но это ничего, как бы ничего страшного. Здесь у меня просто топливо закончилось. Мы добавим. Так, идем дальше. Что мы хотели? Мы хотели сделать с вами лесенку. Лесенка, блин, не лесенку, а дверь. Я если сюда поставлю дверь, то это будет хрен его знает, как назвать. Вообще не знаю, так давайте, как-то она вообще не хочет туда это вот становиться. Странненько. Даже если захочешь, ага, я понял. Это проблема. В таком случае сюда тебя надо ставить или как? Блин, ну я сохранился, да, на всякий случай. Давайте тогда в таком случае мы вот это вот тоже уберем. Здесь дверь тоже не поставишь, прыгать же не будешь. Нет, прыгать не будешь. Видите, друзья? Проблемка-то, а переделать все это вот дело, как бы я тоже немножечко как бы не хочется. А, я знаю. В чем проблемка? В принципе, если здесь крышу нормальную сделать, я бы мог как-то вот здесь зайти, как бы через. Давайте мы вот это вот удалим. И сейчас немножечко поэкспериментируем. Здесь можно, если я не ошибаюсь, замутить вот такую вот дверь. Да, правда, заходить нужно будет хрен пойми как, вот так вот.
Ну, вы поняли. Это тоже, ну, немножечко фиг его знает. Ну, не вариант. Наверное, не вариант, да? Некрасиво. А если ниже сделать, у нас ниже не получится. Давайте думать. Лесенку переделать не будем, потому что если я начну переделать лесенку, мне нужно полностью все это вот переделать. Поэтому нужно как-то иначе тут химичить. Давайте крышу здесь могу низкую сделать. По идее. Могу ведь? Могу ведь. Давайте вот это вот удалим. Да. Это мы удаляем. Там мы ставим, само собой, дверь. Ну, не дверь, а вы поняли, стеночку. Дальше. Здесь мы ставим вот такую вот крышу. Так. Здесь мы ставим вот такую вот крышу. Ага, не хочет. Почему не хочет? А вот из-за этого не хочет. Вот так вот становится у нас. Ага, крыша один хрен поднимается наверх. Я понял. Тогда мы здесь можем сделать следующее. Мы здесь можем сделать дерево. Блин, ну это уже хрен узнает, что получается, кстати говоря, да? Слышь, бревно, иди сюда. Как бы сюда я выйду. Я не этот, не гордый, как бы. Могу и так выйти, это не проблема. Вот сюда есть лесенку поставить. Давайте вот такую вот. Где у нас коротенькая? Коротенькая у нас не становится, потому что... Ну, потому что она не становится. Из-за того, что на крыше она вроде не стыкуется, да? Или стыкуется? Давайте мы ее все-таки сделаем, вот этого дела, да? Бревна, иди сюда. Ну, берись, бревна. Бревно, то есть. Возьмем тут еще пару... Стоять! Перепрыгнул. Переоценил, так сказать, себя. Давайте сделаем вот так. И... Да-да-да, обязательно. Погоди, иди сюда. Не ломай мне весь забор, блин. Я его сегодня сделаю полностью в бетон. Ну, прям полностью, прям. Камон. Кто-то меня дергает. Не понял. Вообще странные вещи происходят в этой игре. Но все же она нам нравится. Такс. Взять, конечно. Подняться. И решить вопрос. Так, теперь. Будет ли у нас становиться здесь вот эта вот лесенька? Я, мне кажется, такое уже пробовал. Блин, ну почему на крыше она не хочет нормально работать? Бревна, уйдите. Нет, она вообще никак на этот фундамент не тычется. Ну окей, раз там у нас такой трабл, давайте глянем вот сюда. Сюда. Блин, ну я фэншуй здесь как бы немножечко испорчу, но другого выбора у нас вообще нет. И здесь, мне кажется, прям вот, вот это вот нужно. Да, здесь уже крыша уже не встанет нормально, да? Да, здесь крыша. Так, короче, из-за крыши проблемка. Блин, ну такие переделки из-за какой-то двери. Это же полный трындец, да? Вообще трындец-трындецный. И так как мы здесь уже все сохранили, я могу себе позволить вот это вот удалить. Ага, прикольно. Вот эти вот у нас не падают. Они вообще в воздухе торчат, и это круто. Это замечательно. Чё вам мешает? А чё вам мешает? Лесенка, что ли? Лесенку я тоже могу удалить. Сейчас поэкспериментируем. Смотри на него. Превосходно вообще становится. То есть ты делаешь сюда вот так вот. Да, там будет у нас вот такой вот навесик, скажем. Потому что, ну иначе вообще никак. Сюда поднимаешься, здесь ставишь крышу. Все вот, вот переставляешь сюда, и по крыше можно бегать. А вот это вот, я понимаю, круто, блин. Но оно круто смотрится, как бы. Как бы, но... Но ё-моё, блин, хрен его знает. Лесенку туда не поставишь, ты по-любому, получается, прыгаешь, как тот дебил, блин. Хотя прыгать тоже неплохо. Не, ну, я понимаю, здесь можно как бы подняться. Так, стоямба, здесь можно вроде бы подняться. Но это уже не стычется. Вот эта вот крыша никак не стыковывается с этой. И это вообще, ну, хреново смотрится. Поэтому мы этот вариант отбрасываем в сторону и делаем вот таким вот макаром. Кстати говоря, чтобы у нас не было такого... Так сказать, уродство здесь. Мне кажется, возможно будет сюда ее поставить. Ты знаешь, а если сюда поставить, нам нужно вот это вот по-быстренькому вот так вот удалить. Скорее всего, вторую крышу тоже придется удалить. И лампа мне мешает. Давайте, я ж тебе ничего там это вот в тебя не засунул. Нет, если я не засунул, значит, момент истины говорит нам то, что нужно и этот промежуток крыши отключить, ну, в смысле, как бы сломать, поломать. Так, что там сейчас мне мешает? Это? И вот это, скорее всего. К
кто там шумит, хочет быть съеден. Вот. Вот оно как. Так, а как сделать тут, чтоб подняться нормально? И как сделать там? Секундочку, ща мы сюда, короче, все накинем, бревен пару штук. Да, зомбаки. А ну-ка иди сюда, че вы там орете, блин? Давайте, давайте, давайте. Ты где-то, ты где-то? А, да. Да дай ж пройду, блин, ё-моё, блин. Одну стрелу взял с нее, а? Одну только стрелу, так. Идем сюда. Работаем, друзья мои, работаем. Вот такие вот у нас... Тихо. Бросай, бросай телегу. Работал ты сегодня достаточно, поэтому мы... Чего нам не хватает? Бревна? Не, доски. А дозочки у нас... Вот они. Стоять, не так сильно прыгать. Забираем, 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 потому что нам их нужно будет больше. Ставим их сюда. Отлично, я поднялся. Но это в теории, как бы я такую теорию проверяю. Немножко модификации дома, ну прям иначе, я не знаю, иначе вообще никак. Это вот так вот нужно поставить. Давайте тут тоже как бы так же закроем, потому что крышу здесь как бы не поставишь. Тут нужно подняться прям. Отлично, поднимаемся. Вот, нормально, крыша закрыта пока что. Правда, здесь такую комнатушку нужно сделать с дверью. Давайте глянем. Дверь. Но ставься вот так вот. Раз у нас там дверь, значит, здесь мы запросто можем сделать окно. Или давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Не то. Нет, не то, окно не то. А вот стена вообще идеальная. Там еще фонарь такой серьезный будет. Давайте посмотрим, как это у нас смотреться будет. Отлично. Вообще, короче, переделка такая очень серьезная в доме. Но это всегда к лучшему. Это всегда к лучшему. Здесь... Ну, конечно, здесь мы понимаем немножко это вот. Прям нужно балансировать, чтобы не упасть с этой лесенки. Но пока только так. Пока возможность у нас двигать все вот эти вот детальки нет. Значит, стеночку... Да ясный хрен, что тебе игра не даст, блин. Ясный ж тебе хрен, что игра скажет нет, кентавр. Да мы и здесь ни хрена не поставим, ты знаешь... Мы здесь нифига не поставим. Это значит только одно. Это значит, хрен узнает, что это значит. Мне, о, вот сюда, вот. Да, охренеть. Вот сюда, вот. И нужно построить. Как там говорится, ты не поверишь. У нас все получилось. Мы сделали и здесь закрыли, и там закрыли. Но кроме крыши, конечно. Сейчас мы что мы там должны еще поставить? Мне кажется, бревна. Давайте замутим. Вот так вот. Вот. Ну, давай, достань. Чего-то не хватает. Еще одно бревно, что ли? Или доски одной не хватает? Так, бревно, доска. А, глина, елки зеленые. Изнутри все выглядит замечательно. Короче, почти что так, как было раньше. И мы не тронули башню, мы сделали... Да, я выйду отсюда. Вот так вот, глину возьмем. Вот так. Шикарно, смотрите. Герметичность дома идеальна, правда здесь... Стена должна быть кирпичная, само собой, тут все кирпичное, что был прям фэншуйчик такой. И мы выходим спокойненько на крышу. Здесь ничего не поменяли, не сломали. Ну, грубо говоря, почти что из башни. Но ни хрена не из башни. В таком случае, чтобы это все доделать... Так, секундочку, я уже путаюсь в своем доме. Чтоб такое сделать, нам нужны кирпичики. Сейчас, вот они, кирпичики. Блин, не по одному. Побольше. Иди сюда. Такс. Мне перевес, блин, ё-моё, хватает. Потихонечку, не спеша. Но, по крайней мере, вот эта вот зона, она немножко преобразилась. То есть, смотрится она довольно круто. Здесь можно еще ящики... Нет, не ящики, столик какой-то интересный поставить. Что было вообще прям шикарно. Давайте вот так вот сделаем. И... Да иди ты. Я тебя сейчас... Ва, сейчас, а это не меняется, да? Серьезно? А, это ты там у меня ломаешь? Иди сюда. Иди сюда, что ты там ломаешь? А что только бабы приходят? Почему приходят только бабы? Так, а крыша у нас... Ну, нормально. Вообще, блин, ну это у нас лесенка такая. Чпоньк и выше. Круто. Не ожидал, что так красиво будет, но на самом деле довольно прикольно. Хорошо, досочки давайте мы оставим.
А сейчас поработаем немножечко над защитой вот этого всего. Я бы хотел... Сейчас мы еще антенны эти вот понатыкаем. Вот это надо будет переделать. Там у меня получается сейчас крыши нет, там только пол, да? Поэтому это неправильно. Это мы сейчас переделаем. Так, секундочку. Заборчик, друзья. У нас тут проблемка. К нам заходят, кому не лень, и все прям подряд, да? Чтобы они не заходили. Нам нужны бревна и доски. И здесь то же самое. Бревна уже есть. А, веревки. Бревна и веревочки. Не проблема. Вообще не проблема. Блин, что у вас так мало? А чё у вас так мало? Ёлки-палки-то. Сейчас мы их Иди сюда, кому говорю. Побольше замутим. Сейчас, секундочку. Давайте чпоньк. Чпоньк, чпоньк. И вот так. Шикарно. А вот тебе... Это. Ну ты понял, короче. Веревочки. И забираем немножечко ресурсов. Правда, у нас тут... Телегу, мне кажется, нужно было взять. Да... Вот так вот, сюда засунем, короче, в телегу, чтобы туда-сюда не ходить. Чё такое? О, серьезно? Мне сейчас жарко, на улице жарко? Да ну. Ты прикинь, ему жарко. 40 градусов. Охренеть, блин. А я еще в куртке еще зимней. Ё-моё. Ну, штаны хоть пусть будут, не? Нормально? 38, нормально. Отлично, 38 это уже... Это уже хорошо. Так, давай, да забирай же ты. Все, погнали. Для этого заборчика хватит. Дырочку нужно закладывать. Это мне уже сказали давненько уже. Can't you mate, что у тебя за дыры там в заборе? Это надо решить. Так, и еще одну. Эту штукенцию возьмем. И плюс к этому, если у меня сейчас молоточек в руках. Кирпичи. Так, нет, кирпичи мне сейчас не нужны. Я там уже все вроде бы как бы замутил. Сейчас мы кирпичи обратно засунем. Так, где они у нас были? Вот так, вот так, вот так. И веревочки сюда, сюда и сюда. То мы берем стоямба, мы берем бит, да не по одному ты. Почему разраб не сделал так, чтобы можно было и туда альтом, и сюда альтом? Нет, блин, надо таскать это все. О, волчонок. Да, я помню. Чтобы не мучиться, бери с собой весь ящик. Все правильно. Говорите... Правильные вещи, там у нас волк, по идее, за забором он нас не видит. Хренась. По 12 цемента. Хренась, вот так вот. Жажда. Конечно, когда тебе так работать хочется, то и жажда напрягает. Вот. Теперь. Да, ё-моё, а? Может, шифтом может? Нет, шифтом тоже не хочет. Короче, мышкой нужно перетаскивать. Прям мышкой. Слышь, говнюк, ты меня не должен был видеть. Собака. Друг человека. Да иди, 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 иди. Да. Да, я выйду, то я вижу, ты не попадаешь. Вот так вот. Вот так, красавчик. Мне кажется, я в забор пару штук засунул, да? Раз, два. Да. О, ворота у меня какие слабенькие. Они не улучшаются, как мы понимаем. Не? Деревянный забор, само собой. Деревянные ворота остаются деревянными по ходу всю жизнь. Но мы, по крайней мере, делаем себе жизнь немножко легче. Потому что 100 этого, как его, единиц здоровья, ну или там технических показателей у забора деревянного, а 400 у бетонного. Поэтому преимущество есть. Такс. То же самое. Короче, мне кажется, это вообще нужно вырезать, потому что это слишком муторная работа. Таскать, вести вот это все туда-сюда. Разработчик, ну ё-моё, блин, как же так вообще может быть? Смотри, кликом, мышкой, альтом сюда вводишь, а обратно только по одному. Ну, чё это за фигня, блин? Это ненормально, блин? Нужно облегчить немножко людям участь, а не наоборот, ёлки-палки. Это неудобно вообще. Понимаешь? Вот, неудобно, даже еще перевес еще появился. Чпоньк, чпоньк, и перевес ушел. Ну и таким образом мы делаем дальше. А, вот так вот, делается хорошо и легко. Пока у тебя ресурсы есть, у тебя перевеса нет. Круто, вообще офигительная тема. Заборчик у нас белее стал, но зато крепче. Вот собака, блин, иди сюда. Давай, иди. Да, к сожалению, они не могут, блин, когда ворота вот таким образом перевернуты. Тихо, тихо, собакевич.
Собакевич, держи себя в руках. Ты чё, блин? Когда вот эти вот забор, короче, ворота так перевернуты, то, блин, ну они не могут нормально зайти, короче, не могут обойти открытую калиточку. Это есть проблема. Когда такие проблемы возникают, это плохо. Так, идем дальше. Это мне пару штук нужно. Так сказать, защита базы, друзья, готова. И есть конкретная такая вот тема. Мы полностью оснащены бетонным забором. Если была бы какая-то ачивка, типа какая-то целостность, там база хрен узнает как, то мы бы ее получили сейчас, потому что заборчик у нас сейчас полностью защищен. Ну, не знаю, когда они ломать его будут, бетонный забор, да? Давайте посмотрим, что туда. Бетон, скорее всего, или как его, цемент. Туда нужно будет добавлять. Вот. 3 хпшечки только сняли. Ё-моё. А чинить как? С помощью каменного молота? В смысле? Ага. Я понял. А почему этим нельзя? Это же покруче молота. Хм, странненько. Так, что там у нас? С антеннами нужно тоже решить, потому что у нас энергии все не хватает всегда. Сейчас хватает, потому что это там, вот эта, короче, штука не работает. Давайте мы вот так вот сделаем, да? Экстрактор масла, скорее всего, не фурчит. Само собой, не фурчит. Пусть он работает. Сейчас мы это туда переставим. И мне нужны вентиляторы, потому что у меня уже 4 вот эти вот панели. А вот вентиляторы нам нужны обязательно. Электричество. Железный слиток 4, алюминиевый 10. Блин, как дорого алюминия-то, а? Хотя его у нас много. Всего по 4. Так, у меня там был пустой ящик, чтобы я с перевесом не бегал. Иди сюда, чтобы мы с перевесом не бегали. И забираем. Вот так вот алюминия, короче, до хрена. О, уже ох ты же, елки зеленые. Что там еще нужно было? Кобальт, скорее всего, побольше. И меди побольше, да? Но побольше это значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Серьезно? Какой молодец. 11, 12, 11, 12. И я пошел. Даже перевеса нет, круто. А у нас есть еще... Блин, я дверь еще не поставил. Я думал, что мы как бы молодцы, но мы немножечко все-таки не молодцы. Все. Она обошла нас... Она сейчас ломать меня будет. Блин. Вот говно. Иди сюда. А что ты не ломаешь? Ёлки-палки, смотри. Круто, давай копье, это не копье, а стрела, блин. В смысле, а где стрела, блин? Вторая, окей. Второй стрелы нет. Блин, забор нужно по ворота сделать. Секундочку, давайте сделаем ворота, потому что ворота прям просятся, друзья. Давай. Так, что тебе надо? 6 досок. Запросто, вообще запросто. С этим... 2, 3, 4, 5, 6. В смысле? Вот говно, а. Эх. Да. С перевесиком торопиться как бы не получается. Самый прикол в том, что если даже 5 досок, ты их сюда вообще никак не засунешь. Поэтому приходится вот так вот сделать. Да, и приходится бежать за еще одной доской. Чпоньк. Есть контакт. Сейчас тоже, да? Вот говно, а. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. Все. Починили. Потом забираем весь этот хлам. И идем работать. Так, ты мне вроде бы как не нужен. О, молоток в руках каменный. Секундочку. Должны все посмотреть вместе. 2 цемента. Ха. Вообще ерунда. Прям вообще ерунда. Так, иди сюда уже, в этот слот. Отлично. Где мой ящик? Наверху? Да, так, сдожь снаружи. Чё ты так? Вот так вот. Слышь, ящик, блин. Дай пройти. Эх, твою мать, а. Вот так вот. Нормально? Нормально. Хорошо. Вентиляторы. Куда ставить вентиляторы? Как я понимаю, я могу их поставить вон туда вот. Могу, в принципе, и выше поставить, но их мы можем запросто переставить, когда дом, ну, крыша будет готова. Но пока что
вентиляторы нужно оставить вот по периметру. И все. Просто-напросто по периметру. Объекты, электричество и... Сюда мы ставить не будем. Здесь, скорее всего, даже заборчики я поставлю, чтобы было красиво, да? Я их и сюда могу поставить даже. Блин, я бы туда поднялся. Ящик, иди сюда. Ты мне... Стоять, стоять, не падать. Блин, а он на крышу не ставится. Твою же медь, а? Крыша у нас вообще какая-то неактивная. То есть она никак нам и ничем нам помочь не может. И я сюда не... Прям вообще никак. Капец. Плохо. Да, вот это вот мы не учли. Да и разработчик, само собой, как-то тоже не учел. Так, нужно это спрятать за стенкой. Вот. Хрен знает, в какую сторону лучше будет. Так, за стенкой. Давай, вот. Есть, блин, вот. Отлично. Не видно, да? С этой стороны тоже не видно? Нифига не видно, шикарно. И пару штук вот так вот поставлю. Блин, у этих вентиляторов есть реально какая-то грань, короче, которая, ну, блин, если ты перешел, то все, как бы, ты там ни хрена не сделаешь. Так, секундочку, что она, ну, твою мать, извиняюсь. А, давайте работать. Так, вот так вот. Отлично, все засунули, все потыкали. Правда, ни хрена не все, нам нужен алюминия больше и железа больше. Я железо вообще не взял, да? Ну, окей, тогда с алюминием сейчас мы вопрос решим. А в остальном... В остальном, вообще проблем у нас нет. Потому что, когда ты более-менее подготовился и провел несколько месяцев в игре, сейчас у нас что, апрель-весна, да? А то у тебя как бы, ну, должно все получиться. Алюминь есть, алюминь есть, алюминь мало. Ты прикинь, мне нужно сейчас еще железо 4, железо 8, 12, ёлки-палки, да, 16. Тут у нас ничего больше. Здесь у нас медь 2. И в общем 6. Так, взять. Погнали. За следующей партией. Медь, сколько там сказал? 6 меди, да? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А железо 12. Тут, короче, 12 это у нас вот это вот. И вот это. С перевесом? Не, не с перевесом. По идее, всего без ящика должно хватить для... А что с этими штуками? Почему они выпирают? А, ну типа... Наверное, чтобы не было прям идеальная крыша. Скорее всего так. Так, есть контакт? Есть контакт. Один вентилятор дает по 20... Че я тут пропустил? Блин, твою ж медь. Алюминь. По 20 энергии. То есть здесь у нас 80. Надеюсь, 20. Надеюсь, что ничего не поменяли. Но в патче такого я еще не видел. То есть, чтобы какие-то там изменения были. На тебе алюминий... Что там надо было еще, короче, раз-два. Пусть будет раз-два, пусть будет кобальт, я хрен знает. Мне кажется, его вообще туда не надо, потому что мы его понатыкали, да? Или нифига мы тут не понатыкали. Так, железа, короче, не хватает. Так, этот есть. Чисто две штуки железа, и кобальта все-таки две штуки нам не хватило. Смотри, как обходит, смотри. Вот так. Давай, ломай, ломай. Один удар. По 5 хп, да? Даже, грубо говоря, 2 удара, 5 хп. Ну, по анимации 2 удара, 5 хп. Ну, не быстро. 395? А, ну, 375, я понял. Здрасте, овечка. Овечка Долли. Это мы заберем, это мы заберем. И да, стоять. Мы тоже как бы заберем. Заберем, заберем. Мы это все заберем. Это тоже заберем. Шип. Шип, 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 шип. Это корабль же на немецком, ё-моё. Шип, шип. На немецком корабль, ну, лодка, а в этом, как его, на английском, это получается у нас... как его зовут-то? Овца, ё-моё, блин, улетело это слово из головы. Чё это надо было? Железо, да? Что у нас есть внутри? У нас внутри ничего нет. Железо, короче, побольше и кобальта побольше, чтобы, опять же, туда-сюда не мотаться, потому что я уже 100 раз туда-сюда бегаю. Есть контакт. Вот. Несинхронно крутится, но это как бы не страшно. 100 энергии. Оно, мне кажется, это все-таки мало. Знаешь почему? Потому что у нас было минус 125, да? Так, 180 в плюсе. Сейчас я все включу, что у нас есть. Это вот это. Это... А, так он работает, да? Круто.
Ну, его могу включить, в принципе. Так, секундочку, иди сюда. Сейчас возьмем, включим. Так, сколько сейчас у меня получается? По-любому в плюсе, да? 80. А мешалка, мне кажется, сотку берет. Так, сейчас мы возьмем, секундочку, вот так вот глину. Сейчас мы раз-два возьмем. И сейчас мы туда посмотрим, потыкаем и похимичим. Секундочку. Вот так, вот так, вот так. Иди сюда. Смешать. Отлично. Так, все препараты, то есть аппараты включены, кроме лампы. Ламп нужно побольше, кстати. Плюс 40. То есть мы полностью себя сейчас, кстати говоря, это не так, это неправильно. Мы себя обеспечиваем, потому что у нас сейчас этот солнце как бы светит еще. Временно светит, да? Ночью у нас нифига светить не будет, поэтому ночью у нас будет только 20, 100, 120, 140 энергии. Да, ночью будет только 140... Бля, это капец как мало. По идее. 140 энергии — это очень мало. Но, исходя из того, что мы как бы вообще-то двигаемся, шевелимся, бегаем тут и все крафтим только когда, ну, более-менее светло, когда уже ночь идет, видишь, у меня уже энергии как бы нет, то мы идем спать, то, по идее, вот этих вот 6 вентиляторов, ну, в смысле, как они называются-то? Генераторов энергии, что ли? Ну, короче, вентиляторы, неважно. То, по идее, должно хватить. Смотри. А, блин, тут же написано, блин, ё-моё. Мешалка 40, колодец 100. Вот про колодец я уже 100 раз говорил. Ну, сейчас у нас как бы по-любому максимум, да? Что я его как бы и выключить могу. Зачем? Долго, долго очень. Я его и выключить могу. Потому что оно мне нужно только для того, чтобы залить воду вот сюда, типа. Так. Взять. И как бы, ну реально, нахрена он мне нужен? Это как краник. Взял, выключил, взял, включил. И все. И вообще все шикарно, как бы никому ничего не мешаешь. Энергии у тебя, блин, прям до хрена. 116. Правда, чтобы аккумулировать больше энергии в момент дня, в течение дня, то есть, нам нужно вот этого, короче, увеличить. Это значит, пара аккумуляторов не помешала бы. Электричество. Иди сюда. Так, железо, алюминий, слиток, 4 медь... Электрические детали, блин, ну опять электрические детали, давайте. Мы тут приготовили, пока мы тут крафтим, химичим всякую хрень. Так, где мой ящик стоять? Нам нужно питаться. Слышь, ящик, блин, я за тебя, я нихрена здесь не вижу, вообще нифига. На, покушай. Углеводиков, на, покушай. Такс, блин, рыбу ловить ночью, что ли? Да не буду я сейчас рыбу ловить ночью, друзья. Никак, вообще никак. А ну-ка иди сюда. Иди сюда, вот так это у нас приготовится. Хотя 6 минут. А чё он выключен? Странно. Стоять. Почему он выключен? И очень-очень странненько. Так, с фонарик ты где? Я пока что отсюда возьму мясцо, мясцо и мясцо. Пусть будет. Хотя мне нахер оно нужно. Но, по крайней мере, мне кажется, в холодосе будет по-любому приятнее мясо находиться. Опять же, здесь на альт еще не ввели такой функции. Нельзя переставить все на альт, но это очень упрощает момент всего. Такс, брать даже не буду сейчас. Дальше. Такс, ну короче, я пойду посплю, потому что энергии прям ноль. И, ну как ноль, нормально. Но все же нужно поспать. Проснусь. Добуду себе, что там, медь, алюминий и всякую хрень. И пойдем дальше. Так, с аккумуляторы, друзья мои. Аккумуляторы, блин, они как бы стоят здесь. Но я бы, наверное, все-таки их переставил, что ли, сюда, мне кажется. Вопросик, давайте мы их переставим вот стоять, вот сюда вот. Это нам вот так. Перила встанет из-за них. Так, секундочку, в таком случае сначала я перила просто сюда рельеф перила поставлю, чтобы было вот так, чтобы было. Блин, ну вы задолбали, а. Так, иди сюда. Временно. Да, это нужно было по-любому как бы сделать чуть раньше. Но ничего страшного, солнышко у нас и там, и там.
Пусть будет вот так. Я один вентилятор, я тебя передвину. Иди сюда. Куда-нибудь. Вот. Блин, не хочет. Хорошо. На другой угол. Вообще не страшно. Так, на какой я там ряд поставил? На второй прям. Середина, да? Дайте поверну вот туда вот. Второй середина. Чпоньк, чтобы его не было видно снизу. Окей. Теперь 100 пудов должно перила встать. Да не маленькая ты. Нет. А что такое? А кто там кричит? Блин, ну через забор никак. Так, иди сюда. Забак. Я испугался уже, что кто-то бегает типа медведя. А нифига. Медведь за нами не бегает. Так, давайте мы это закроем. Хренась. Блин, двери тоже нужно сделать. Говорят, двери можно тоже в бетон как-то вводить. Или выводить. Это мы еще проверим. Но говорят, что так. Да пусть будут повернуты в эту сторону. Я знаю, что солнышко вот оттуда вот туда вот идет. Но ничего страшного. Пусть будут и вот в эту сторону. Мы такие люди, типа, не паримся. Ну, более-менее. Это тоже нужно сюда передвинуть. Посмотрим. Если мешать будет, будет. Передвину. Передвину. Бревен у нас нет. Главное, чтобы аккумуляторы встали. Текс. Текс. Электрика. Ну. Сейчас. В длину давай. Давай все же в длину. Блин, давай перила поставлю, потому что они мне не дадут, просто-напросто не дадут. Аккумуляторы поставлю, а потом перила скажу, что ни хрена, блин. Раз и два. Шикарненько. Текс. Отлично. Все смотрится прям как должно, блин. Прям как в книжках. Ага. Чем ближе к этому всему, тем лучше. То есть экономим немножечко энергии. Ну и как бы близко все должно быть. И красиво. Так, а вы, аккумуляторы мои, вы отсюда переезжаете. Ну вот так вот. Ты тоже. Короче, я просто это все делаю так для перфекционистов наших подписчиков. Есть у нас такие, да, на канале, которые прям, ну, страдают, когда что-то стоит неровненько, ну, некрасиво и неправильно. А вот сейчас вот так вот, это нам не мешает сюда зайти. Вроде бы как, да? Перила на эти лесенки еще как бы их еще нет. Смотрим. 4000 емкости у этих батарей. Охренительная тема. Доступно 25. 200 генерируются. Это шикарно. Включено сейчас. Давайте посмотрим, что. Я не слышу. Молния, блин, задолбала, ё-моё. А, это ты. Всё, понятно, этот выключен. Ты включен. По идее, я это тоже включил. По идее. Потому что я нажал. Ха, минус 75. Это из-за того, что дождик. Солнышка нет. Ну, с этим мы же тут здесь по-любому ничего не меняли. Мы меняли вот здесь. Вентиляторов нужно будет все-таки больше сделать. И подождем еще, чтобы дождь закончился. Посмотрим, сколько все в общем дает. Потому что, мне кажется, батареи сейчас мало дают из-за дождя. Кстати, а пока у нас там что-то делается, пока там дождь идет и так далее. Так, с электриком мы сюда понатыкаем. Это иди сюда. Медь. Ящик есть свой. Вы пойдете вот сюда. А я возьму немножко блин, по одному опять. Бетона. И сейчас сделаем пол. Я же обещал, что пол сделаем. Сейчас мы его замутим. Этого хватает, чтобы не бегать тут с перевесом. И смотрите внимательно. Хренась. Вот так, красиво. Аж подпрыгивает персонаж, когда видит бетон. Это от счастья, походу. Да. Ой, мало, походу. Очень мало. Давайте дальше. Текс. Есть.
Давай, работай побыстрее, побыстрее. Тыкай мышкой, я тыкаю, а он как-то это не слушается. Блин, ну... Вот скажу сразу. Скажу сразу, да? Стены нравятся. Вообще не проблема. Стены у нас кирпичные такие, каменные, красивые, короче. А вот бетонный пол, я хрен его знает. Но он как-то не гармонично, что ли, смотрится, ну, с этим же ящиком, с этой же мебелью, с этим еще пойдет, как бы. Но фиг его знает, тоже можно, да? Че, серьезно? Так, а ну-ка, давайте я сохранюсь. На всякий пожарный. Я как бы здесь делал, но это для того, чтобы у нас там, это, я не знаю, там снаружи как бы все красиво смотрится. А изнутри? Хотя, вот эти вот балки, можно подумать, что это балки, типа, как бы эти фахверкхаусы. Хоть они и металлические, но ничего страшного. Так, давайте, секундочку, мы с этим разберемся. Ты иди сюда, блин. Солнышко пока не село. Сколько время? 4 часа 50 минут. Хочу глянуть, если дождь все-таки влияет на все это дело. Да, влияет. Было 200, сейчас 280 генерируется. Короче, в течение дня все вот эти аппараты, короче, включены. И мы с вами успеваем с энергией сделать и все прекрасно прям. И само собой будем еще копить эту вот энергию. Если выключим этого, и хватает, да? Будем еще немножко накапливать. И в эти вот 4000, как говорится, емкости накопятся. На ночь тоже хватит. И все будет вообще шикарненько. Короче, молоток. Иди сюда. Вот так. Вот так вот. Неплохо. Вот насчет потолка, кстати. Прям вообще неплохо. Да? Ага, и бетон закончился. Цемент гребаный. Ну, давай дальше. Месяцами, ё-моё, блин, стоишь, ты что-то добываешь, хренью, короче, страдаешь. А тут в чпоньке за какие-то, блин, пару часов геймплея все заканчивается. Ну, в смысле, эти, вы поняли, ресурсы. О, слава богу, хватило. Блин, ну вот сейчас потолок как бы все-таки дополняет все вот это вот дело. Лампочку включили. Светло, трындец прямо, а? А если сверху, сверху... А сверху у нас крыша. С крышей мы ничего не сделаем, потому что мы не можем. Крыша так не переделывается. Дверь, становись. Че тебе надо? Досочки. Запросто. Вообще не проблема. О, блин, я вижу, мы много чего даже... Сколько там оно было? 8, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Много понадела всякой хрени. Ну неправильно. Хотя нормально, че, блин. Смотри. Потому что если дверь открывалась в ту сторону, я бы упирался в нее, и проблема была. Так нормально. Там она никому не мешает. Что мне надо? Жажда. Нам надо жажда. Не, ну нам жажда не нужна, как бы. На, попить. Так, вот это вот нужно тоже переделать потом. Блин, у нас прям такой мультиэтажный прям домишко. Башню мы с вами обязательно достроим. Но, друзья мои, давайте на этом закончим. На следующей серии мы, само собой, займемся и базой. Да, в смысле базой, башней. У нас тут вообще как бы ломает его немножко, но все-таки заборчик сейчас защищает нас надолго. На очень-очень долго. Плюс к этому у нас полностью все сейчас бетонное, блин. Железобетонное. Кстати, да, окна тоже нужно переделать. Но опять же, окна мы сделаем в следующей серии. Мы успели даже с вами это сделать. Вообще круто. Очень много мы сегодня с вами замутили. Очень много времени потрачено на все это вот говнецо, короче, чтобы собирать, сделать это далее. Надеюсь, вы это оцените. С вами был Кентавр, это была игра The Infected. Увидимся с вами в следующей серии.